Всем привет! Привет, привет! Хорошо, кто заглянул, всем привет! Продолжаем. Всем приветик! Ну что ж, вот всегда так. Дома работать, то одно, то другое. То звонок, то еще что-то. Всегда какие-нибудь отвлекаловки. Ну что ж, я думаю, можно продолжить, да? Мы сегодня рисуем, для тех, кто первую часть не видел, я напомню, мы сегодня рисуем маркерами и рисуем фонарик из Праги. Пражский фонарь. Референс. Кому нужно, кому интересно, референс находится у меня в стори. Для этого, к сожалению, нужно выйти из прямой трансляции и посмотреть в обычных сторис. Там вы можете его увидеть. Раньше, скорее всего, нет. Вот. Хочу напомнить еще раз, чтобы ни в коем случае не забыли, что в феврале в Праге пройдет мой акварельный пленэр. Извините, в Праге будет акварельный интенсив. То есть разница между пленэром и акварельным интенсивом, что на пленэре мы рисуем на улице, а на акварельном интенсиве или мастер-классе это рисуется в помещении. То есть никто не пугайтесь, на улице морозить никого не будем. Вот это вот мысль, которую я хочу выразить. Да. Вот. В феврале пройдет акварельный интенсив, то есть это что-то вроде интенсивного мастер-класса. Мы рисуем в помещении и учимся. То есть это вот на обучение. Так сказать, ориентирована на обучение. Будет новая программа, так что присоединяйтесь. Пленэр на Кипре пройдет с 17 по 23 марта, и это будет пленэр. То есть там мы рисуем на улице, мы наслаждаемся цветущей бугенвилией и всеми цветами, которые там есть на Кипре. Мы рисуем старенькие красивые улочки, мы рисуем воду, мы рисуем там невероятные фактуры, которые есть на Кипре, то есть все эти окошки, двери, там цветочки и так далее. То есть мы наслаждаемся одновременно вот тем, что там есть, да. То есть, вот, не пропустите, кому интересно, пишите или просто мне, я отправлю дальше организаторам пленэров, соответственно. И присоединяйтесь, я буду очень рада. Думаю, это будет отличный творческий толчок, если порисовать практически неделю вместе в прекрасной компании. Да, и одновременно учиться. То есть это обучающие в любом случае пленэр и интенсив, так и так, обучающие пленэры. Ну что ж, давайте рисовать дальше. Вот, мы остановились вот на таком состоянии. Интересно, я время от времени поглядываю тоже вот так вот сверху, чтобы увидеть, что я там нарисовала. Мне это помогает тоже. Так, я вижу, что вот тут немножечко кривовато, но слишком сильно ярко вот эту вот полоску мне рисовать-то не хочется. Да, пусть вот так чуть-чуть как будто подправила, а то кажется, как будто она что-то там кривое. Вот, замучивать. Ладно, замучиваю. Не буду лучше замучивать. Мне не нравится, что она кажется кривым. Хорошо. И вот тут, кажется, нужно сделать. Зря я сильно темно сделала. Вот тут, мне кажется, нужно. Немножко кривовато, кажется, за счет того, что вот тут не хватает. Ну, все это так мелочи. Да, так мелочи. Хорошо, по большому счету смотрим, что делать дальше.
посмотрела так и так. Вот видите, вот поначалу казалось, вроде бы очень светлый вот этот цвет, ну хотя можно его и оставить, да? Но мне прям вот очень хочется его, если честно, подзарисовать. Да, пуп-пуп-пуп, что делать вот с остальными вот этими местами, честно говоря, пока еще не очень решила. Дело в том, что вот это зависит от того, что у нас будет там на заднем плане, да, а будем ли мы вот это вот все рисовать что-то на заднем плане или нет. Честно говоря, я еще не, честно говоря, я еще не совсем решила. Да, кстати, насчет России, а по-моему, ой, сейчас из головы точно не скажу, по-моему, 10-11 марта будет маркерный мастер-класс в Москве. Так что насчет России, да, будет. Вот. Кто интересуется, можете тоже мне писать, я отправлю дальше организатору. Все, поехали. Что мне непонятно? Мне непонятно, что делать вот с этими белыми местами. Это зависит от того, что у нас будет на заднем плане. Потому что там просвечивает, вот в картинке просвечивает красная стена. И за счет этого они фактически цвет вот заднего плана. А пока я не решила, что я делаю с задним планом, мне не совсем ясно, что, собственно говоря, делать и со всеми этими местами. Но что-нибудь придумаем. Никак не останемся без решения, да, вот. Можно еще дорисовать пока вот тут, вот эти места. Тут вообще подзамокло. По большому счету я рисую только тенюшки, да. Видите? По большому счету я рисую только тенюшки, и за счет этого вырисовывается фактически объем. Так, немножко не посередине оказались они. Это не есть хорошо. Чуть надо сдвинуть. Не, нормально. Что рисую дальше? Перейти. Перейти вот сюда на низ или нарисовать все-таки. Немножечко, моя немножко беда, вот мне не хватает каких-то таких средних тонов сине-зеленых между вот бледными и между яркими. Видите, вот разница огромная, то есть вот эти вот совсем бледные, светлые, а вот эти сразу очень яркие. То есть вот мне не хватает какого-то вот среднего тона. Кстати, надо себе запомнить, оказывается, да? Даже мне это было даже и непонятно до сих пор, что мне вот такого среднего тона у меня вовсе нет. Ну что ж, будем обходиться тем, что есть. Ага, Надя, спасибо за чудесные практики, которыми вы делитесь. Марафон очень понравился, помог в работе. Ученики также вас благодарят. Да, очень рада, если понадобилось, если понравилось, то замечательно. Прям это классно. Я, пожалуй, сделаю так, помылилась и решила. А замалюю-ка я все каким-то вот таким вот цветом. Буф. Буф. Неожиданно, да? Хоп. А вот этот цвет все равно немножечко посветлее. Тут немножечко можно добавить, чтобы оно не было одиноким. Но он посветлее. Можно. Пусть будут блики. Я думаю, белые зарисовать успею всегда. Пусть они будут. Пока. Хотя, кстати, вот этим я уже рисовала, да? Он еще посветлеет сейчас, оно не будет таким темным. Пусть будет немножко блик. Да. Так, это был И21. Я им взяла и зарисовала. На заднем плане что я вижу? Тоже что-то такое. Чтобы не было все одинаковое, можно добавить еще немножко серого. Но я возьму, пожалуй, вот там же, да. Возьму, пожалуй, C1, наверное, будет слишком бледно. Потому что важен тон. Помните, я говорила, да? Что важен тон. Взяла, долго соображала, потом взяла и зарисовала. Все. Все, оставлю так. Хо-хо. Поехали дальше просто.
Пожалуй, можно рисовать, ну, можно его вот и продолжать, можно вот с этой штуковины дальше рисовать. Идея та же самая. Единственное, что мне немножко жаль, что у меня фактически ограниченный набор вот этих зеленых цветов. Что у меня немножко ограничен вот этот набор зеленых цветов. Мне бы хотелось, вот, допустим, передние нарисовать более четко, более ярко, а задние вот эти вот два фонаря немножечко побледнее. Это было бы ощущение, было бы такое вот трехмерности ощущение создало. Вот посмотрите, например, вот как на этой картинке, да, то есть вот тут вроде достаточно темно, но как-то это не настолько, скажем, контрастно. А фонарь вот прямо очень контрастный, и он выходит сильно на передний план. То есть я, наверное, потом сделаю еще фонарь вот передний, чуть поконтрастнее, вот этот, да, и он тогда выйдет на передний план. А так как у меня нет большого выбора, то вот эти два фонаря, пожалуй, мне придется рисовать теми же самыми цветами, что, к сожалению, однако, вот немножечко испортит объем. Ну что ж, значит, буду утемнять вот этот. Сделаю вот так. Да. Да. Буб-буб-буб. С фотографии рисую. Да, референс находится скажите, в стори. Вам нужно выйти из трансляции. По идее, вот идея выйти из трансляции и, так сказать, заглянуть в стори, там взять ее. Этот референс. Вот, обратите внимание, опять то же самое, как и в другой истории. У нас там вот особо белого ничего нет. Самый свет, он все равно такой вот светло-зеленый. Да, то есть я в это как вижу, как всегда, что вижу, в то и верю. Верьте в то, что видите. Тоже основная идея. Да, я так вижу. И рисую для начала вот фактически свет. Эти можно нарисовать, но я их все равно сделаю темнее потом. Полоски. Вот задняя полоска, опять же, она светлее. Видите, да? Значит, она, наверное, так и останется. Да. Вот тут явно светлая полоска. Вот тут. То есть вот сейчас я рисую светлый свет. А вот сейчас интересно, почему? Внимательно смотрю, что я вижу. Раз, два, три. Я так вижу. Раз, два, три. Почему он так, не совсем понятно, кривовато, да? Ну, так есть. Извиняйте. А вот тут чего-то не хватает. А, понятно. Когда рисуете, начинаете рисовать, начинаете очень много каких-то вещей замечать, которые до этого, может быть, вовсе и не видели, да? Так, какой у меня? BG 18, BG 09. Вот, я раскидалась, всегда-то потеряла BG 09. А он был ярче. Наверное, BG 18 лучше. Беру BG 18, пусть будет. Хи-хи-хи. Ну, насчет, да, я уже сказала, что я постараюсь сохранить трансляцию. Я не уверена, потому что не всегда получается. Иногда какие-то заморочки с сохранением. Ну, по большому счету, да. Так. Повторяю просто темные пятна, которые вижу. Тенюшки. По большому счету, я сейчас рисую тень, которую вижу тени. Вот. Опять же, то же самое. Вот тут я фактически рисую не сам рисунок, а негативные пространства, то есть дырки. Вот эта часть относительно темная, ее можно почти закрыть, и вот та на самом деле относительно тоже не полностью, но по большому счету да. Кривовато получилось. Почему? Вот так. Все. Пойдет. Пойдет. Что я вижу тут, вот финтифлюшка, как мы договорились, да, ее называть финтифлюшкой. Она немножко сливается, если вы внимательно обратите внимание, вот это вот узор и узор финтифлюшки, они друг с другом на картинке сливаются. Ну, верим в это. Что ж теперь, раз так, значит так.
Да. Вот тут такая потоньше полоска, а потом внизу такая активная. И с еще одной финтифлюшкой. Вот, тут тоже потоньше полоска и опять активная. Хотя я вот зря ее так сильно заделала, но на той стороне. Хотя, ну, нормально. Не переживаем. По мелочам. Мелочи. Еще одна такая тоненькая и опять более активная. А тут вот выглядывает край. Вот, вот это мне нужно опять посмотреть. Все, все нормально. Все нормально. Опять рисуем узор у финтифлюшек. По большому счету, опять же, рисуем темные только места, только тенюшки. Да, все. И вот тут есть. Все достаточно, пожалуй. Достаточно. Подскажите фирму маркеров, ну уже рассказали, это Копик. Я рисую практически всегда Копиками. Мне так нравится, я люблю их Копики, я рисую почти всегда ими. Ну что ж, поехали дальше. Я все, в принципе, рисую вот этими двумя цветами пока. А, опять же, на заднем плане. Только чуть-чуть. И рисую то, что вижу. А? Передняя вот эта часть относительно темная. То есть ее можно, в принципе, провести прямо. А вот тут вот видите, такая светлая полоска, да, просвечивает. А нижняя часть, опять же, довольно-таки темная. Хотя не совсем такая темная, как вот тут. То есть нарисую-ка я ее для начала этим же цветом, а потом затемню еще сильнее. Вот тут я вижу. Дырки какие-то видны, светлые места, да. Вставляем. Еще какая-то дырка, надо же. Вот вы раньше замечали, что вот в нижней стороне фонарика есть, оказывается, дырки. Вот я нет. Я на это раньше внимания не обращала. Очень много вещей начинаешь замечать, когда это рисуешь. Вам это знакомо? Вот, а сейчас я, пожалуй, все-таки возьму еще более темный. У меня есть BG78. Он, правда, не значительно темнее, но чуть-чуть. Я его возьму. Вот, хочу еще сделать темнее. И пару пятен еще утемню. Сильно темная, 18 опять. Опять я вот у этой штуковины я внимательно смотрю, что я вижу, да, и я рисую только то, что я вижу. Я рисую не там крепление и так далее, я рисую просто темные и светлые пятна, да? Полностью рисуем пятнами. Да.
Тут нужно толщину ей нарисовать, то есть тут вот самое светлое место сверху. Это даст ей толщину. Что дальше? 18. И им рисую то, что опять же вижу. Тут вот как-то так. Но вот тут у кружочка. Тут я рисовала как так и так. Да. То есть я нарисовала опять же только тень. Все, можно перейти вот к этому месту. Да. Вот этот вот пипус. Ну, он меня немножко не совсем нарисовала, как там. Пипус там закрыт больше. То есть вот эта вот верхняя часть, да. У фонаря он закрыт больше, чем я нарисовала. Но как есть теперь, да. Опять я немножечко сотру. Немного сотру карандаш. Помните, я говорила, да, он будет размазываться сильно. Я его слегка стираю. И опять же, идея та же самая. Чего-то белого там практически нет. Поэтому вот этим вот тоном я могу покрыть все. На первом этапе можно покрыть практически все этим тоном. Чуть-чуть, может, кое-где можно оставить, но в остальном... Вот это на самом деле тоже темнее, да. Да и вот тут тоже обхожу, на самом деле, зазря, потому что там, по правде-то, все темное. Привет из Кореи, далеко. Онлайн-курсы, но посмотрите, у меня вот активная ссылка у меня в профиле. Профиле, да. И сходите на энтокласс, там довольно-таки много уроков. Вот то, что, ну, куда ведет ссылка, это фактически акварельный интенсив. Но если вы там, на этой страничке, щелкните на мое имя, на Надю, то вы увидите все курсы, которые у меня есть. То есть у меня там не так уж и мало. Посмотрите, может, вас что-то заинтересует. Сейчас это немножко явная недостача определенных цветов, мне так кажется. Вот эта вот полоска, она должна быть не светлее, но не совсем такая темная, как вот это. То есть тут у меня немножечко недостает по цветам. Вот. Ну, я могу, может быть, так. Смотрю, чтобы не получилась кривизна. Вот, помните, у меня был еще этот вот смешной. Может, им можно чуть-чуть затемнить. Можно. А если недостаточно, то сделаю еще серым. Ну, пока нормально. Если недостаточно, сделаю еще серым. Привет из Дагестана. Привет. Доведу до конца. Ну и в конечном итоге полоса. Так, я так и не определилась, с какой стороны у меня.
Пусть будет так. Завершение такое. Вот это вот слишком светло, я его закрою, потому что там не нужно такие яркие места. Они там ни к чему. Пусть они будут потемнее. И из-за счет того, что сильно круг получился, оно немножко криво выглядит. Все, не замучу. Все, это место бросаю, потому что оно на самом деле не самое центральное. Нарисовала и ладно. Хорошо, что делаем дальше? Пу-пу-пуп. Вот эту вот финтифлюшку. Все, у нас сегодня финтифлюшки. Сплошные финтифлюшки. Сплошные финтифлюшки. А можно еще вот тут немножко затенить, потому что вот это выглядит странно. Кто не помнит, каким мы цветом там рисовали? Цешка, С3, да, пусть будет. Там я никаких особых отражений не вижу. В заднем плане немножко темнее. Ну ладно, так сделаем. Что-то там светлое обходить нужно. Вот это, может быть, оставим. На самом деле нет, но я как-то так придумал, что там такие эти... Как они, экономичные лампочки. Там никаких освещений нет. А тут вот видите, какая-то раз. С1, наверное, будет мало. А может, и достаточно. А там раз, и какое-то серое такое пятно. Почему? Понятия не имею. Но верю просто в то, что вижу. Вы видите? И я вижу. Значит, так и делаем. Вот. Довольно-таки темные. Задние вот эти вот полоски никуда не денешься. Их нужно. Думаю. Думаю. Я так думаю. Да, они, наверное, не так сильно четко, но их все-таки нужно. Кстати, вот тут немножко сливается с этой самой, с предыдущей. Там что-то. А вот тут так это немножко. Они как будто слегка... И что-то я там еще вижу. Ну, значит, так и надо. Непонятно, что это, но, значит, раз так вижу, значит, так надо. Их можно, кстати, немножко подразмыть, потому что там на заднем плане они не настолько такие четкие. Да, вот там можно слегка подразмыть. А размыть я просто взяла там С1, допустим, и слегка их повозюкала. Так, передние нужно будет просто сделать потемнее. И тогда пойдет. А темнее у меня был БГ-78. Ну что ж. Кстати, темнеет. Мне нужно опять поворачиваться. Так что... Чтобы... Хочу вот это красиво провести. Но как-то не очень получается. Тут совсем напрасно сильно темный. Нарисую-ка. Видите, темно стало. Я вас сейчас еще раз поверну. Теперь к электрическому свету. Да, немножко слишком темно сделала. Надо было посветлее его ставить. Ну да ладно. Ну да ладно. Так, друзья, мне нужно вас, так как у нас на улице вообще погода очень-очень, так сказать, ограничена серая, и света с улицы практически больше нет, то я вас поворачиваю еще раз, чтобы хотя бы какой-то электрический свет появился, да, потому что это вообще никак на данный момент. Это вообще никак. Видите, темно сильно, да. Все. Все, поворачиваю вас еще раз, чтобы хотя бы был электрический свет.
Оп. Не пугаться. Сейчас поедете вместе со мной. Главное, осторожно, чтобы не упала камера. А именно это и происходит. А именно это и происходит всегда. Начинает камера падать. Вот так. Чуть-чуть посветлее. Скажите. Чуть-чуть лучше, посветлее. Вот так. Ох уж. Ох уж зима и электрическое освещение. Видно вам хорошо? Во всяком случае, я не закрываю тогда. Вот, хорошо, пойдет. Тут теперь освещение с улицы не то, ну что поделаешь, его как практически как такового уже нет. Вот. Хорошо. Поехали дальше. Посмотрю опять же, что, собственно говоря, нужно сделать. Наверное, опять же, мне кажется, можно даже серый. Где у меня уехали? Вот они у меня серые. Вот, С1 куда-то забросила, потеряла. Это плохо. Мне нужен С1, С3. Ищу С1. Вот он. Вот он. Я, собственно говоря, смотрю, что я там вижу. Вижу, что вот тут немножко посерее. Вот тут все очень серое. Тут, наверное, нужно будет где-то добавить что-то такое слегка хотя бы теплое. И что-то из И, чтобы они не совсем только холодное было, чтобы было что-то потеплее. Пожалуй, вот слегка добавлю чего-то теплого. Особенно нижняя часть. Во, все. Вот тут тоже так, чтобы не было ничего лишнего белого. Вот. Пусть на самом деле моя идея, что вот этот вот мы не очень зарисуем фонарь. На самом деле я хотела, чтобы вот этот был самый четкий, а на заднем плане менее четкий. Но у меня как-то не совсем выходит эта идея пока. Ну пусть. Все, я думаю, я оставлю пока этот фонарик. Можно как-то вот так намекнуть слегка, чтобы его просто закончить тем самым. С4, там какие-то же темные еще круги, да? С4 недостаточно, понятно. С5. Какой-то там. Все. Тут я, на самом деле, вот с этим фонарем я просто придумываю сейчас, потому что я немножко по-другому и сделала, чем они на самом деле. С3 слегка можно вот тут за все. Ну что ж, перехожу, вот можно еще к этому фонарю и к финтифлюшкам. Все. Еще один фонарь. Вот мне прямо ужасно жалко, что у меня нету вот таких же тонов, но побледнее. Потому что вот это был бы очень замечательный эффект, если бы вот эти два фонаря были бы побледнее. Но, как говорится, я попробую потом усилить вот это под самый конец. Потому что вариантов нет, приходится делать так. Ну что ж, последний фонарик. По идее, все то же самое. Мы сделали 3 раза одно и то же. Опять же, убираю немного карандаш, для того, чтобы он не размазался весь ужасно. Про запись я постараюсь ее сохранить. Если получится, то выложу. Так, все то же самое, как уже делали и первые 2 фонарика. Помните, мы говорили, ничего там белого нет, значит, все и зарисовываем. Рукой закрываю свет. Остатки света. Рукой закрываю остатки света из окна. Ха-ха. Печально. Но, к сожалению, ничего изменить не могу.
Вот все-таки этот последний фонарь, он получился кривой. Все-таки он получается кривой. Не, нормально. Не переживать. Угу. Хоп, хоп, хоп. Повторяю то, что вижу. На самом деле, вот задняя, она довольно-таки темная. Вот это место тоже все можно перекрывать. Кружочек, тут вот этот штукой. Все. Можно брать теперь темный опять. А темный у меня был B18. BG18. И повторяю то же самое, что делала до сих пор. Повторяю то, что делала до сих пор. Я фактически рисую опять тенюшки. Только тенюшки. Смотрю внимательно, что вижу. Подключу немножко комп. И повторяю то, что вижу. Как-то так. Сделать посолиднее. Там опять же рисунок. И на другой стороне, смотрите-ка, тоже рисунок. А вот ту сторону вообще не видно. А тут слегка, на самом деле, еще видно вот тут. Ну да бог с ним. Такое пятно, да? Вот на этой заднем плане, там я, пожалуй, мучить, наверное, не буду. Потому что оно немножко сливается там с передним. И это не очень удачно я как-то нарисовала тут. Ну да ладно. Не буду сильно замучивать просто это место. Опять же, тонкая полоса. Более активная с финтифлюшкой. Помните, все то же самое. Тут рисую финтифлюшки. Везде одни финтифлюшки. Тонкая совсем полоса. И вот эта действительно более активная. И тут у нас край. Видно немножечко. Вот. Вот. Ну и другой вот там, наверное, действительно не буду мучить просто. Пусть будет так, просто не буду мучить. Тут хочется еще пятно сделать, да? Оно так и есть. Мучить не будем, что видим, то и видим. Делаем опять же C3. Кстати, можно сделать немножко поменьше. Попробуй-ка я C1, но все равно на C3, наверное, все равно придется перейти. Куда я опять делала C1? Вот он. Ну, кстати, вот тут вот угол довольно-таки светлый, видите? Его зарисовывать, наверное, не надо. Там ничего особо белого я не вижу. А вот этот уголочек, однако, светлее. И вот там довольно-таки темно. Это все можно зарисовать. C1 явно недостаточно. Нужно сделать потемнее. Пусть будет C3. Зато C1 можно зарисовать. Вот тут что-то я вижу. Тут. Ну и вот та задняя сторона немножко. Много закрываю свет себе, да, рукою. Не очень хорошо, но что поделаешь. BG18. Периодически трансляция зависает. Ну, сожалею. Но пока все нормально. Вы меня видите, слышите, нет? Или я пропала?
Опять. Вот эта полоса все-таки относительно относительно четкая. Все равно получилась широкая такая. Там на заднем плане видно что-то еще. Как-то так. И их можно опять немножко подразмыть. Для этого я беру опять C1. Вот те, которые на заднем плане, там не такие четкие края. Я беру C1 или C3, неважно. Их слегка подразмываю. Вот эта часть мне показалась, что она темнее. Да. Вот. И опять же нижняя часть. Довольно-таки темная, но мы смотрим внимательно, какие пятна мы там видим. То есть вот тут полоска светлая. А вот там вот темная, тут немножко выглядывает вот это вот пипус. Опять же, все пипусы, все одни пипусы. Да. Но он с одной стороны выглядывает, а с другой стороны он немножко сильно, по-моему, вылезло там. Ну да ладно, не буду переживать. Из-за этого он с одной стороны выглядывает, я смотрю, какая у него форма, да. Вот. А с другой стороны он темный. Там какие-то опять дырки. Я их просто обойду. А остальное, по большому счету, можно все зарисовать. Кривовато получилось. Да, что-то я с этой промахнулась. Ну ладно, вот это можно еще попробовать. Поправить. Вот тут немножко промахнулась явно. Промахнулась. И тут тоже многовато. Все, это, кстати, определяет задний план, наверное. Тут чуть пониже, наверное, нужно сделать. Вот. Кое-где можно сделать кое-какие пятна еще потемнее, которые я там вижу. Вижу тут пятно потемнее. Вот эта вот финтифлюшка тут потемнее. Штуковина полностью темнее. Раз. Теперь возьму опять посветлее, который. То есть темный посветлее. И рисую вот так. А вот там уже она вообще светлая. Верю в это. Тут так. Тут я вижу только вот такое темное пятно. Ну и нижняя часть подставки фактически. И все. Да, что-то другое мы там не видим. Которая тоже уходит за палку. И ей тоже сделаем еще немножко объем. Более светлое место вот тут. Все. Так, друзья, я давно не заглядывала уже в комментарии. Загляну-ка, я почитаю ненадолго, да? Потому что много написали. А потом будем рисовать дальше. Видно и слышно. Это, наверное, периодически трансляция зависает. Надеюсь, сейчас все работает. Недавно вышло в эфир, будет ли трансляция. Это я вроде как ответила. Хорошо, возвращаюсь. Последний. Получается, все очень здорово, но акварелька все-таки больше чувственна даже в нанесении. Завораживает процесс больше. Ты большая молодец, спасибо. Ну, вы знаете, мне нравится и акварелью рисовать, и иногда маркерами тоже. То есть это такое немножко у меня переключалка. Я то тем, то другим. Чем иногда больше нравится этим, иногда больше нравится этим. То есть я иногда надоедает одно, начинаю рисовать другим. То есть у меня это, собственно говоря, такая-то и то, и другое.
Как будто не хватает объема, да? Да. Вот. Вы можете посоветовать, если новичку, можно ли приехать на акварельный интенсив? Абсолютно, потому что акварельный интенсив у нас будет в Праге. Акварельный интенсив, он рассчитан, собственно говоря, ну, не на только новичков, но и на более продвинутых, но все-таки я всегда стараюсь программу составлять таким образом, чтобы можно было новичков фактически от простых вещей к более сложным подтягивать, так сказать, чтобы они не чувствовали себя там, ну как, что им, ну как сказать, тяжело, всегда, наверное, немножко тяжело, но чтобы они не чувствовали, что они вот все, ничего не получается, ничего не могу, да, я их подтягиваю всегда. То есть программу стараюсь составлять, скажем так, от более простого к более сложному. Это в основном работает обычно, и, скажем так, часто новички рисуют наравне со всеми потом, и все прекрасно получается. То есть как раз для новичков такой акварельный интенсив — это такой идеальный толчок, потому что вы получите в концентрированном виде фактически все, ну, основные так нюансы акварельные, за которых вы, собственно говоря, возможно, спотыкаетесь, если сейчас не можете двигаться вперед, потому что вам просто не достает, может, этих знаний. Меня недавно пытались отговорить от покупки маркеров, мол, нет такого искусства, все есть, а маркерами это баловство. Пришлось ругаться. Ну, да. Да. Хочу попробовать маркерами порисовать, но есть страх небольшой, что не получится. Так а вы попробуйте. Надя, задания в ИГ еще будут. Вы имеете в виду рисование деревьев? Да, я не забыла. Я сниму новый ролик. У меня там есть идея, что будет следующее. И ждите, будет. И то верно, да, спасибо. На Кипр мечтаю. Поехали. Я прям о Кипре, честно говоря, я тоже балдю и мечтаю. Вот, Кипр будет с 17 по 23. Это будет пленэр. Я просто уже в предвкушении. Я уже радуюсь сейчас. Потому что это, конечно, круто. Да? Кому не хочется порисовать в теплом местечке у моря. Да, это же класс. Вот. Так что присоединяйтесь. Буду очень рада только. Так, добавляю пару тут каких-то пятен, чтобы они дружили друг с другом. Тут я немножко уже, может быть, от себя тяну делаю, но я просто посмотрела, увидела, что они такие все какие-то слишком. Почему я играю вот на этом теплом-холодном? Потому что, ну, немножко скучновато, когда только, допустим, все зеленое, все, да. Нужно, чтобы было кое-где немножко еще и теплого. Поэтому я делаю кое-где, добавляю теплого. И нужно мне еще так, возьму опять же C3. Видите, вот там вот в нижней части у фонарей, там что-то, какая-то конструкция есть, не совсем понятно, что это, да, но нам, собственно говоря, не надо знать. Мы просто делаем эти, повторяем эти пятна. Что есть, то есть. Да, чтобы было ощущение, что там есть эта конструкция. Кое-где они относительно даже темные. Так можно сделать. Можно даже сделать потемнее, кое-где прям пятна посадить. По большому счету я всегда так работаю. Я работаю всегда пятнами. То есть вот увидела пятно, поставила. Увидела, поставила. А что там именно, это меня, так сказать, второстепенный вопрос, меня волнует меньше. Ну что ж, остались только вот эти вот места.
Так, посмотрю еще. Какие легкие, спасибо. Будем ждать новых заданий. Да, будут. А фонарики в профиле будут, фотокартинки, они волшебные легкие. Фотокартинки вы можете взять сейчас. Вам нужно выйти из трансляции, к сожалению, и зайти у меня в стори. У меня в стори есть фотография этих, я выложила фактически референс. Фотография этого референса есть. Все. Остались, собственно говоря, вот эти места, вот тут еще забыла. В основном я 18, все. Тут это еще финтифлюшка, вот там тоже я как-то вот так рисовала, всегда нарисую так же как-то. Кружочек. И так. Все. Вот эти вот места. И по большому счету немножко еще потом усилить передний фонарик и уже все. Имею в виду фото нарисованных, да, тоже поставлю. Наверняка когда-нибудь, когда руки доберутся до него. Я еще и эту-то не выставлю. Вот эту тоже. Вот этот, который мы рисовали в прошлый раз, тоже в прямой трансляции. Я тоже еще не выложила. Ну, тоже выложу. Так, дальше. Финтифлюшки вот эти. Тот же самый принцип. Поначалу мы рисуем более, поначалу так со светлым покрываем, собственно говоря, то, что надо. Вот этот мы видим так немножко снизу, и там фактически мы почти дырок в нем не видим, солнца, так сказать. Свет почти не просвечивает. Поэтому, по большому счету, мы это, опять же, все можем покрыть. Да, вот так. Видите? Да. Вот у задних там уже немножко другая история. Там мы видим и свет, просветы, да? То есть там уже можно действительно эти винтифлюшки уже можно более-менее вырисовывать. Хотя я вот не очень люблю, когда вырисовывать так немножко мучительно, замучено финтифлюшки. Я люблю, когда они очень, ну, скорее намекнуть, чем вырисовывать. Вот в чем вопрос. Вот. Ну и раз уж я тут эти обе нарисовала, вот эта теплая получилась, упорно зелень, она выбивается прям, видите? Вот это. Не тот цвет, ну да ладно. Он прямо выбивается. Ну, раз уж я такое делал, то я и эту тоже сейчас нарисую. Так. И тут тоже видны какие-то что-то еще, видите? Тут тоже. Вот мне не хочется их как-то очень сильно вырисовывать, но кое-что все-таки, да. Тут какие-то драконы пражские. На самом деле вот так уходит сюда, вот это сюда, тут что-то, финтифлюшки все эти. Сегодня у нас прям финтифлюшечная тема, правда? Все. Так, тут дискуссия началась, почитаешь. Имею в виду фото нарисованных. Да, это я еще читала, фонари почти акварельные. Ну да, оно, наверное, так и есть, потому что на самом деле я замечала, что когда я фактически рисую маркерами, то я, собственно говоря, рисую очень, ну, думаю акварельно. Я тот же самый принцип, по идее, использую.
Когда рисуешь по фото, просто перерисовываем пятна. Получается, что если неправильное фото, то, например, тени будут неправильные. Меня это все время смущает. Получается, надо учиться основам. Ну, основам всегда надо учиться, чтобы видеть эти ошибки в фото. Немного нечетко показывает камера. Может, это не столько или резкость не туда навелась как раз, или, может быть, это все-таки просто, так сказать, как сказать, соединение интернетовское, немножко жижи. Не надо срисовывать все подряд под копирку. Финтифлюшек не может быть много. Может. Когда она будет зарисовывать, смотрим. Когда она будет зарисовывать, смотрим вдвоем с сынуля 4 лет, 4 года. Я, конечно, не русская, почти не русская, но 4 года. Хорошо. Даешь закалякивать? Вы о чем? Уже закалякали все давно. Хорошо, я опять же продолжаю все в том же самом духе. И вот сейчас тоже такая немножко. На самом деле, вот рисуете пятнами, не пятнами, на самом деле это все равно. Рисуете вы по фотографии или рисуете вы из жизни, пятнами рисуете вы не только по фотографии, вы точно так же можете это делать и из жизни. То есть я рисую пятнами и в жизни. Это не значит, что фотография, значит, рисуете пятнами, не фотография, нет. Нет, 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 дорогие. Мы рисуем пятнами практически всегда. Вот такое дело. Зря прервала. Вот на самом деле тут относительно много чего зарисовано, да? Я опять же повторяю, ну не каждое пятно, но где-то вон там внизу что-то. Там относительно много зарисовано. Все. Думаю, все, а то зарисую все. Оставлю так. То есть я, по большому счету, я создала просто ощущение вот этой штуковины. Видели? Я ни одной из этих зигулин, собственно говоря, не нарисовала. Чего-то не хватает, чтобы тут объема. Да, чтобы вот была форма ее создавалась. Да. Все. Теперь то же самое делаю с задним. Вот тут я стараюсь немножечко поменьше, так сказать, посветлее все это бы хотела сделать. Мне бы, как я уже несколько раз повторилась в этом эфире, мне бы, если честно, хотелось бы какой-то более светлый тон. Но у меня его, к сожалению, нет. Мне приходится фактически обходиться этими, какие есть. Вот, я посмотрю, я, может быть, еще утемню, но пока оставлю так, чтобы было ощущение, что оно немножко подальше сзади. Мне, конечно, это не очень удалось, просто из тех соображений, что нет соответственных маркеров. Но у меня идея была, что мне хотелось, чтобы вот эти фонари менее четко проработали. Так, поворачиваю сюда. И тут полоса идет целиком. Да, можно и почетче. Какая-то тут.